знаешь, как так случайно. Ну прикольно вообще, блядь. Просто попался экземпляр такой, блядь, состояние. Что там, 8 цилиндров? 6? 8? Ты знаешь? 3,6 объем. Я бы 6. 3,6, 6, наверное, да. Ну, пойдет, наверное. Будет более вообще. Да я бы, знаешь, понимаю. Короче, если у вас что-то есть, он эстетичный, вы ближе видят, там мы сейчас посмотрим. Да. Ничего лишнего, движок не пломбированный, не чипованный, просто раскрывает. Ну, нет, хорошо, хорошо. От Чирока все запчасти подходят. Чироки, налог, да? 40 тысяч не едет. И вот пробег 36 тысяч. А 40 тысяч это потому, что она здесь давно в Казахстане? Нет, нет, она в Казахстане недавно, но у нее год старый, да, и старый. Объем всего до 4 получается. Ну. Получается всего 40 лет. И состояние вот это машина его так. У нее единственное, что стояло, вот эту оптику поставили классно.